месяца спустя. Али, больше не оставляй нас, хорошо? Если снова оставишь нас, я тебя убью, дурачок. Али? Али? Я в порядке. Я в порядке, садись. Что случилось? Все нормально, Азат. Успокойся и сядь. Я в порядке. Я в порядке. Хочу поговорить с сыном. Вот и все. Хочу поболтать с ним. С сыночком. Со своим. Я только поговорю с ним. Али, ты в порядке? Что случилось? Скажи что-нибудь. Я хочу поговорить с сыном, как мужчина с мужчиной. Хорошо? Сынок, сегодня я расскажу тебе кое-что важное. Сегодня я расскажу тебе о том, как ты получил свое имя. Четырьмя месяцами ранее. Твой папочка одержал победу над ними до того, как ты родился. В то время у твоего отца было много врагов. Твой папа всех их запугал. И главный злодей не знал, куда бежать. У тебя 3 месяца, Джингис. Меня не будет здесь 3 месяца. Вам хватит этого срока? Разве ты не лучше в этом деле? Говори, разве ты... Лучший? Нет. Эзель забрал у тебя имя. Знаешь, как называют человека без имени? Ноль. Знаешь, как тебя зовут? Ноль. Повтори. Теперь я ноль. Ты хозяин всего. И его хозяин тоже. У тебя 3 месяца. Если через 3 месяца, когда я вернусь, они не будут мертвы, ты уйдешь так же, как пришел ко мне. Понял? Кем ты пришел ко мне? Никем. Кем ты пришел ко мне? Никем. Я был никем. Я не уйду никем. Не уйду никем. Знаю. Кинан? Что ты делаешь, Кинан? Ну давай, показывай. Кричи, злись. Покажи ей, как ты напуган. Ты не откроешь окно? Что я сделала тебе? Может, и я никто для тебя? Ты женщина, с которой я хочу быть вместе, Эйшан. Поедешь со мной? Я так и думал. Но Джан... Твой муж, твоя прежняя жизнь, которая никак не оставит тебя в покое. Либо будь со мной, сделай, наконец, что-нибудь.
Либо оставайся здесь и наблюдай за тем, как я уезжаю. Поехали. Но ушел не только он. Дядя? Дядя, я прижал его. Я поймал их. Дядя, уйди с дороги. Еще не время, племянник. Теперь он будет скрываться тщательнее. Теперь он наймет еще больше телохранителей. Теперь он будет атаковать наглее. Он предупрежден, племянник. Так что пока не время. Сейчас, дядя, сейчас! Еще не время, сынок. Теперь Кинан станет искать тебя повсюду. В каждой тени он будет видеть тебя. Твое отсутствие не будет давать ему покоя, племянник. Твой призрак сделает его ничтожным. Я закончу все сейчас, сейчас! Еще не время. Есть то, чего у тебя нет. Сначала ты должен получить это. Сначала ты должен получить это. Ты прав, дядя. Эзель! Если ты снова пропадешь, клянусь, я тебя... Куда ты снова собрался, черт возьми? У меня есть дело, я должен его уладить. Какое? А как же ты, Мус? Кинан? Я уезжаю как раз для этого. А мы что будем делать? Ждать меня. Я знаю, что делаю. Кстати, Али, я оставил подарок вон там. Если не успею, сам отдашь. Приятель, что будем делать с Кинаном, если не успеешь? Что? Что не успеешь? Боже, еще столько месяцев впереди. В тот день, сынок, твой папа в первый раз в жизни остался один. В этой войне, рядом с твоей люлькой. Но рядом были любимые. Даже в этом хаосе были прекрасные дни. Прекрасные. Но их было так.